Историум ТВ представляет адаптацию англоязычного видео на русский язык. Перейти на канал автора можно через подсказку и ссылку в описании. Сегодня мы без рекламных спонсоров. Советуем вам зайти на ресурс, без которого Историума могло и не быть. Warhammer Games – сайт с огромным количеством материалов по вселенной Warhammer 40 000. А мы начинаем. Итак, мой божественный владыка, нам удалось подключить к твоему дивному золотому трону речевой преобразователь. Прошу, государь, ответь нам! Давно бы так, мать вашу! Наконец! Наш великий вождь снова может приказывать нам! У меня набралась целая гора жалоб. Прежде всего, почему у меня только один долбанный искусственный глаз? Неужели так и надо? И что там за разговоры об этих тупых ультрадесантниках? Сир, они в числе лучших ваших воинов. Они смотрятся отвратно. У них, блять, вместо символа сидушка от унитаза. Но, владыка, неужто вы забыли? Они сыны примарха Рабаута Желимана. Я всегда считал его гомиком. Он еще жив? Едва. Его почти убили. Сейчас он в стазисе, точно как и вы. Устройте ему эвтаназию и разгоните эту тупую, долбанную деревню ультрасмурфов. Ну, посмотрю, что можно сделать. Но у нас еще остались могучие серые рыцари! Никогда я не создавал никаких серых рыцарей! Но, мой господин! Они величайшие демоноборцы во всем Империуме! Все они псайкеры и обладают самыми чудесными средствами истребления врагов людских! Что за хуйня? Рыцари Дредноута сюда! Что за ебаная поебень эта дебильная херовина? Это доблестный рыцарь Дредноут! Это худшее блядское зрелище во всей моей жизни! Что за жуткое, кошмарное создание придумало его? Мне кажется, это был гроссмейстер серых рыцарей, Кальдор Драйго. Самый могучий из них. Застряв в варпе, он ежедневно истребляет демонов. Он даже вырезал свое имя на сердце демонического примарха. Блядь! Что за херня? Надо сказать, очень мило. Гляньте на эти ножки и несоразмерное тело. Прелестно. Давай, иди к папочке. Да, меня это веселит. Что ж, мой господин, не знаю как вам, но мне кажется, мы в начале чего-то однозначно славного. Заткни хлебало, ёбаный ты банан. Есть, владыка. Благодарим вас за просмотр. От лица проекта выражаем благодарность Брувель Фабусе за авторский контроль. Рекомендуем подписаться на канал автора и на канал проекта Историум ТВ. Оценивайте видео и распространяйте их по социальным сетям, а также заходите на наш второй канал Историум Дед. Сейчас проект переживает нелегкие времена, и для возможности выделять рабочее время на подготовку новых видео, поддержите нас любой суммой на удобные вам реквизиты. Вся информация в описании.